Так, я не ожидал. Так, вижу, 10. 10, 10. Все красивые, все на цепочках. Там сильные ребята, молодцы. Молодцы. Спайк, запивай. Волки, волки. Флешмоб дали. Сейчас вот так по всей планете Земля пойдет. Все повоют, повоют. Видите, эффект бабочки, да? Спайк как этот, как дедушка. Как дедушка. Они на нем лазят. Молодец, терпишь. Тоська, картоська, ты вылетел? А если бы Снежана была питбули гуляли, что было бы, а? Да. А ты вот выскакиваешь, это опасно. Он сейчас, короче, выскакивал. Я его пытался вот так чуть прижать. Он такой, заскулил такой. Не удержал его аккуратненько. Тошка, швы тебе надо снимать, ты в курсе? Ну давай завтра. Лучше пусть лучше затянется. А может даже послезавтра, хуже не будет. Потом... О, волосы полезли у Тошек. Волосы у Тошка. Че, питами будем заниматься, Тошка? Тошка. Еще про глистогоним тебя повторно, и будешь вообще бомбезный. Так, пойдем домой. Тошка, ты что, подпрыгиваешь мне на ручки? Давай, не газуй. Ну, выскочу. Нельзя. Хочу... Так, я дома один. Все. Ну, как сегодня, сейчас. Ну, что, начинаем. Дурдом. Dragon Life. Поехали, как говорится. Так, давайте дверь. Так, не хочешь сидеть дома? Значит, пойдем в вольер. Опа-на. Пушечка моя. Так. И давай сзади дома спокойнее. Тошка гуляет. Да ищу GoPro на голову. Так, давайте в тот вольер спокойнее. Пока собрался, уже темнеет. Тихо. Кими, что ты миски ломаешь? Ну, нельзя, Кими. Кими, нельзя. Толстуха. О, давай начинай. Смотри. Стоп. А ну рты все закрыли! Что такое? Снежана, ты можешь разговаривать? Снежана, привет. Да. Давай. Так, у нас ветер. Но мы будем приучать щенков к азарту. Это их первая такая азартная игра. Так. Это первая их азартная игра. Сейчас посмотрим, как они себя проявят. Кто первый? Ну, мы уже наблюдали чуть-чуть, что Вита. Ну, вообще здесь все должны быть азартны. У нас так всегда, в принципе. Да. Возьми. Ой, кролик наш. Ой, наш кролик. Опа. Все. Бегаем. Сейчас пока вот так чуть. Не даем. Пробуждаем азарт. Сейчас вот так. Так, давай. Погнали. Занятия щенками. Жестокие занятия. Опа. Так, пока не даем. Даем им попробовать. Пусть потеребенит. Потеребенит, тут сказал. Да? Так, сразу в телегу, друзья. Залетайте в телегу нас, поддерживайте. У нас это приветствуется. Вот наш телеграм-канал. Питбули Драгон Лайф.
бесплатно, есть вот такой платный. Так, молодцы, молодцы, работаем. Так, ну что, сейчас ты не поймешь, да, сейчас питбуль должен, смотри, цепляться за вот эту вещь, да. Йоу! Погнали! Чуть прыжки сделаем. Опа! Опа, Наски! Как мы прыгаем! Как мы прыгаем! Надеюсь, нормально снимаем. Вот так, вот. Теперь в другую сторону, чтобы голова не кружилась у зрителя и у собачек. Опа, 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 опа. Какие вы машинки! Опа, опа! Давай, давай, давай. Понимаете, чем дольше они его ловят, тем больше у них азарт, тем жаднее они будут держать его. Потому что они долго свою добычу не могли поймать, тут поймали. Поэтому мы начинаем что-то так делать. Так. Так. Чего там, зубики отлетают? Небольшая кровь замечена была. Блин, дайте я сниму. О, попробуем. Попробуем опять рукой снимать. Да руку повредил. Вчера локоть. Вчера, короче, решил я банку открыть огурцов. Вот так вот. И на третий раз со всей силы как дал. И все, она у меня теперь в офиге там болит. Так, видите, интерес потеряли. Поэтому мы интерес. Извиняюсь, я что-то накружил, видите, накружил. Плохо. Кружить нельзя. Молодцы. Четверняшки аж. Молодцы. Мы занимаемся, работаем сейчас со всеми, ребят. Ой, ой. Да, ты красавчик. Опа. 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 О, как он сделал, чтобы снять нормально, а? Эту делю. У нас ветруганчик, ну азарт уже есть хорошо, но не настолько еще, но интерес есть. Особенно у Вайта, он траву щиплет. Интерес очень сильный у Вайта к траве. Ух, девочки! Смотрите на Вайта, офигел, давай работаем. Да не то ты берешь. Вайт, это своя техника. Питовская. Давай, давай. Хорошо. Ой, так. Вайт, ты что, охренел? Вайт. А, ты только подрался будешь любить еще. С кабеля. А он пухленький, он говорит, дайте, я расту, что вы от меня все хотите. Ой, кадр, да? Азар, Вита, Вита. Вита, Ванесса. Прям интересуется очень сильно. Ой, ну эта цепочка вообще космос. А, цепочка еще и для него тяжела. Шучу. Вай, да не то ты взял. Да не то. Это что за пухляк вот это, да? Это пухляк. Сначала азарт, потом начнем команду. Нельзя бы. Понимаете, с каждым разом у них будет расти азарт игры. Да вы вообще что делаете? У людей голова там не кружится. Да не туда. Это не туда. Вот нельзя им давать долг. Везде надо кружить, не давать, чтобы у них интерес был сильный. А теперь так. Опа, хорошо, хорошо. Опа, Вита, это что за вообще скоростная девка? Ю-у-у. Это да.
Вот это разрядочка. Молодцы, запыхались маленечко. А вы что думали? Так, ничего не делать не хотели. Работать надо. Потом вы еще меня мучили. Бывает, это тактика серьезная, девочки. Я, говорит, как лев. Вы, короче, добычу находите, я вас защищаю, охраняю. Ну, как в прайде. Все-таки у нас Кими львица львенков дала. Хоть они дракончики у нас. Блин, Вайт, это пушка, конечно. Очень красивый песик. Давайте. Опа. Где-нибудь сейчас закреплю. GoPro. А, вон там на пенек сейчас. Ой, красота. Ой, красота. Ой, красота. Вайт ее достает. Не мешает. Вита, да. Тише. Он нашел все занять. А давайте вот так. Что получится? Вита тут нужна. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Ой, молодец. Опа, опа. Толстуха, Вайт. Толстый Вайт, сюда иди. У него погоняло толстый Вайт. Опа. Молодцы. Теперь мы их похвалим. Особо ничего не учу, вы и так все знаете. Кто смотрит канал-то. Приучаем к азарту. К азарту вот этих вот красноносиков, черноносиков. Ай, красивые такие сладкие. Этот жует травку, мучает девочек, но не хочет заниматься. Ну что поделать. Так, убираем. Еще разок, не даем им взять. Опа. И прячем. Как без камеры удобно, а? Просто классно крутил. Думаю, мы же больные люди, блогеры. Без камеры жизнь не та. Распас. Ходил на крышу. Молодцы.
Молодцы. Надо ж нам запрятать игрушку. Забрать надо игрушку, надо забрать. Лапу убираем. Молодец. Вот так, все. Задышали, молодцы. Так, что, у кого-то зубки выпадают коренные? Коренные можно. Ой. Усё. Позанимались. Вот это вот подальше, чтобы видели. Так, молодцы. Хитрушка ты маленький. Зато кобелям лезешь. Ты что? Ладно, давайте у нас очередь. Молодцы. Молодцы. Пупсики мои. Умнички. Молодцы. Вай, ты перезанимался, тебе срочно надо отдохнуть. Молодцы. Сейчас со всеми. Ой. А, Вай, ты здесь, извини. Ай, Вито Гранс. Молодцы, пойдем. Пойдем, молодцы. Назад нельзя, поэтому она уже команда. Молодцы, молодцы. Ой, ты красавец. Ой, ты какая крыса. Супер, девочка, супер. Молодец, Вита. Пока номер один. Все рядом, близко, Вай, там последнее место. Так. Все еще смотрю, что у вас. Торпед наш. Суета. Так, тут спать некогда. Тише. Все, включи. Тише, спать. Очередь. Очередь. Дети заводятся. Так, рот закрыли. Тише. Да тише. Не муса. Не муса, это лампочка. Ты чё? Ай, здорово. Ай, красавец. Мне нравится то, что особо не занимаюсь, все равно хорошей формы. Хорошей формы. Пишите в комментариях, кто от муса хочет щенков. От такого машинки. Тише, тише, нельзя. Так, объектив пошире сделал. Ай, ты молодец. Снимайте, снимайте. Тише, 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 тише. Тут надо все снимать. Как говорится. Да ты что, муска? Так, ну что, погнали? Ой, не понял. Стоп. Возьми, возьми. О, ах, стоп, вы, о. Это нехорошо. Стоп, о, ах, стоп, вы, о. Это нехорошо. Стоп, 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 стоп. Блин, стоп. Стоп. Стоп, после щенков у вас скорость. Стой. У вас что-то скоростя нереально. Ни хрена себе. Я реально офигел сейчас. Я не понял, как они. Нельзя, нихо, нельзя. Ни хрена себе, вот типы. Так. Возьми. Ох. Ни хрена себе! Это что такое, друзья? Я в шоке. Эй, я реально в шоке. Я не успеваю. Стоп. А ну подожди, Остап. Стоп. Муса, Багира. Стоп, стоп. Ни хрена. Вы что творите, люди? Ребята, это... Я отвечаю, не ожидал. Я все знаю, но, блин, что-то я в натуре не ожидал.
Подожди. Нет. Возьми. Опа. 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 Это что они творят? Это что за скорости? Ребята, питбули, это вам не хаски, ничего близко рядом не стоит. Это что за... Прикол, я не занимаюсь толком, а если заниматься сейчас, убить меня. Стоп, 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 ну, собаки. Стоп. Хотя бы через день надо заниматься. Возьми. Ой, ой. Что они творят? Да что же? Я не успел, я не знаю, как снимать. Охрен. Стоп, оставь. Так, оставили, говорю. Возьми. Тише, тише. Главное, не меня возьми. Ага, в эту сторону они не привыкши. Ага, в эту сторону не привыкши. Ой, блин. Мне кажется, не очень снимать, блин. Ну, конечно, конечно. Стоп, оставь, оставь, оставь. О, сапогира, ну, вы что делаете? Возьми. Хорошо, 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 хорошо. Это Багира, ты лучшая. С музыкой, вы что творите, люди? Что они творят? Опа, пошел. Пошел, бездорожье. Ты вы представляете? Щенки взрослые, небо и земля. Охренеть, ребята, я в шоке, если честно. Что они творят? Тихо, стоп. Уйди, оставь. Оставь. Нельзя. Дальше, вот так. Возьми. Багира, это монстрило просто. Ой, хорошо. Тише, тише, не бойся. Друзья, на камеру, наверное, не так это все выглядит. Так, это жесть. Как будто летающий питбуль, отвечаю. Всех поздравляю, 10 февраля. Год дракона официально наступил. Молодцы. Так что можете теперь говорить, что год дракона теперь. Это-то с 10 февраля. Кому интересно, погуглите, почему. Охренеть, я в шоке, честно, что они творят. Стоп, оставь! Стоп! Муса! Багира! Блин, шестой! Монстры, блин! Возьми! Блин! Я не знаю, что вам видно, не видно. Короче, не буду обращать на камеру, дайте, как я хочу позвать. Оставь! Оставь! А то я смыв в камеру, отвлекать. Оставь! Багира! Погнали. Вперед. Возьми. Блин. А, просто камера снимает удочку.
там вы мои монстрики. Я обожаю питбули, друзья. Обожаю эту пару. Вы лучшие. Вы монстрики мои. Из инста тоже через дня два уже придешь. Молодцы. Стоп, оставили. Смирно, равня. Буса, Багира. Да ёп. Друзья, нет. Нельзя. Это череп. Ты на лягушку похож, нет? На жабу. Нельзя. Опа, опять. Нельзя. Эй. Скоро это, друзья. Они даже в туалет не ходили, ёбну. А поэтому надо сначала давать им в туалет. Вот, сделал же им зону выгула. Туалет, вольер. Терпят. А это зрители были наши. Вот так и живем. Иди домой, домой. Молодцы. Дети мои, клёська. Солнце. Кстати, пишите в комментариях, вам нравится вот... Как я со взрослыми на широкий угол, когда вот как сейчас снимаю. Или вот сейчас покажу. Или вот обычно такой снимаю. Какой вам угол больше нравится? Сильно широк. Просто как сильно широк, они маленькие будут казаться в кадре. Так. И сейчас вам. Багир, ты что, купаешься? Не купайся там. Ведре. Она в этом пытается. Это сломал палец, проглотил. Жарко, да, редко занимаемся, согласен. Так, Багира, Муска, сюда идите. Багирка, Муска. Блин. Ну вы как угорелые занимались. Сегодня вы прям торпеды. Минимум. Так, а сейчас покажу, вот сейчас это плоский цвет. Если я на монтаже не забуду, ничего не поменяю, я просто... Тише! Давайте отпустим, Мусенька. Сейчас я вам просто прикольно, как GoPro снимаю в разных порядках. Все. Смотрите. Вот это сейчас плоский цвет. Динамический диапазон, то бишь тени, не тени, хорошо все выравнивает. Ну уже темновато, но. Тише, сейчас. Да подожди. Вот, допустим, показ, да. Вот это плоский цвет. Я чуть его подкрашиваю, чуть контрастность добавляю. Сейчас покажу GoPro-ский цвет, как у него, ну, оригинальный идет, егошний. Смотрите, вот GoPro-ский цвет, видите, сразу теня на ошибенке, везде, где контрастность очень завышена, как-то все, ну и то сейчас тяжело судить, потому что уже потемнело, но в любом случае, они, видите, слишком темные, я не знаю, вот, ну, ошибенка, обратите внимание, какого цвета сразу становится, такая темная, да, все, ну, вот там вообще уже темно. Птички, привет. А сейчас смотрите, вот плоский включу. Вот плоский, видите, все, поле выравнивает все. Вот моя рука на плоском, сейчас увидите, не на плоском. Вот видите, вот уже посветлее вольера становится. Мне такая картинка больше нравится, но ее надо красить. Так, нельзя шнурки. Вот моя рука, смотрите, сейчас. Вот моя рука уже в GoPro-ском цвете. Уже она вот, ну, потемнее все, ненавидите. Сейчас покажу, еще есть естественный цвет у GoPro, сейчас покажу. Но он как вот этот будет. Вот, естественный. Вот, посмотрите, кто видит разницу. Видите, все равно темно, вот, ну, вот, посмотрите на шибенку. Она очень темная, очень контрастная, не знаю, как это правильно сказать. Но меня это бесит. Видите, очень черный, ну, не тот компот. Поэтому мы делаем плоский и ждем минус 360. А вот плоский, посмотрите. Вот я вам попробую показать оригинал плоского, а потом как я крашу. Вот смотрите, раз, два, три. Если я монтаж не забуду сделать. Ну все, пошли заниматься дальше. Что делать?
Колобок! Нет, колобок, ты не будешь, но тебя надо сейчас кинуть, откусаешься. Она тебя потом. С ним весело, но лучше Кимка одна позанимается. Тише, тише, тише. Внизу, внизу, внизу. И монстрики там нет. Так, все, занятия продолжаются. Когда яркий прям свет, GoPro более-менее хорошо снимает, но опять мне его настоящие цвета не нравятся, но он все равно вот сильно черно делает, вот, ну короче. Тихо. Здесь земля более мокрая. Тише, тише. Стоп! Тихо, оставь! Кими, оставь! Кими! Что? Я еще не надо. Возьми. Вот тут вот склон, и высыхает больше ветра, и высыхает лучше, и так уже. У-ху-ху. Это что за скоростя, Кимка? Колобок хитро перерезает путь. О, моя рука сейчас поправится. Молодец, Ким. Мне вот ей потрепать не с кем даже, да? Пусть побегает в жирках, а я быстрее сидит. Ну она да, набрала, потому что колобок не ест нормально, она из-за него есть. Поэтому надо каждый в отдельный валет. Оставь! 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 Очень круто! Оставь! Они у меня еще избалованы с едой. Кто-то не ест, кто-то что-то. Тошка даже уже избаловался. Возьми. Возьми, хорошо. Бля, уже сильно склонный. Чуть повыше. Хорошо. Тише, Кима, ты корова. Дай тебя погоню. Опа! Неудобно с одной рукой. Опа! Опа! Колобок, я тебе дам, но потом Кимми тебя вместе с канатом затрепит. Понимаешь, в чем? И надо давать передышку, подряд нельзя. Потом даешь, вот, чтоб схватило. Чуть-чуть успокоилась, ну, передохнула. Колобок, ты че такой смешной? Пёс ты мой! Ты мой пёс. Чипщиня моя. Ты моя тумбочка. Молодец, Кит. Умничка. Так, я выключаю, позанимаюсь, наверное. Это что за смешное животное, колобочек? Она схватила канат, он бежит к грудью, а в нее живот бьется и успокаивается. Сейчас будет операция. Кимка, оставь, оставь, оставь. Кими, оставь, оставь. Сейчас дам колобку, чтобы схватил. Посмотрим, сейчас. Да, вот, момент. Нет, стоп, наша Кимика дальше. Не хотим еще иметь. Ты красавец. Посмотрите на его рост, на его рост, гляньте. Вот. Вот. Скула, шерсть. И зверюга. Короче, ребят, хочу сказать, что колобок не хуже питбуля. Он встает меньше всех. Молодец, Кимми очень много набрала. Надо отдельно кормить, особенно едунов. Багира никогда не переест, Мунса особо не переедает. Вот Спайк, Кимми, они от жадности Кимми ест много. Так, она тоже выпендривалась в последнее время. А Колобок Бейс, Спайк все ест, не из-за жадности, он вообще все ест. Любит похавать, хотя до полутора лет вообще выбирал. Я там не знал, ну там что дай. Был момент, дал ему, короче, знаете, Мадзуна дал. Он же жирненький, я его кормил вымеренно, там все, никакого же. Ну, Мадзуна дал, он так съел. Я в моей копе сижу за компьютером. И он такой подходит, с полгон своего покушал, вот так встал. И такой, ба, и все обратно, вот так. Ю, я офигел весь Мадзун. Это было, ну, прикольный момент. Кимми, оставь, оставь. Вот видите, она не трепет, ей не... Оставь! Кимми, оставь! Арабочка нету нашего. Красавчик. Оксан, привет тебе. Давай, возьми еще, надо кимить толстенько, но не перенагружать. Колобок, это просто.
что-то с чем-то. О, вторая дыхалка открылась, и у меня, и у них, я чувствую, кемяш начал. Оп! Сколбок, извини, твои зубки. Чего? Вот, все, все, что? Да, извини, да, чуть-чуть ударился об зуб. Вот поэтому тут следить надо за всем. О, вот этой штукой сейчас ударь себе по рту, по голове, вот даже с такой скоростью. У тебя, ты охренеешь. Кими, оставь. Давай попрыгай. Кими, оставь. Кими. Оставь. Прям набрала, хорошо. Оставь, Кими. Да ёп. Возьми. А самое страшное, когда вот вы занимаетесь по парам, и вы вот так вот, они в разные стороны, вы вот так, опа, вот так ставите, они с двух сторон налетают и бошками бьют. Очень опасно. С питбулями надо за безопасность их не самим смотреть, потому что они безбашенные ребята. Они могут за одно занятие без зубов остаться им в сторону. Ну, потому что такие, порода такая, до конца, до смерти, им пофигу там, чего как. Так, теперь последняя наша парочка ветеранчиков в кавычках еще. Молодцы. Давайте туалетики гоняемся, что? О, молодцы. А то гмуса с багирами. Напрыгались, потом в конце вспомнили, в туалет надо же было сначала сходить. Точнее, после сходить. Ай, красавчики, сейчас. Идеально погода, не жарко, не холодно. Так вот, ветерок. Все? Ну, давайте. Так, друзья мои, тихо. Киара, я тебя обожаю, за твой азарт. Ай, да, хорошо. Ой, молодец. Опа. 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 Задок унесло. Все, GoPro вот вечером, все, стабилизация плохая. Пришлось. Еще вроде пойдет. Ну, плохо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стоп, оставили. Оставь, подожди, оставь. Оставь. Спак, у тебя что, фоску сеть начал. Оставь. Ким, кер. Нельзя. Возьми. Опа. Багира прыгать не умеет. О! Извини, только сказал, не умею, сразу. Стоп! Стоп, стоп, надо, чтобы побегали. Оставь! Стоп! Не нервируй меня, как обычно. Возьми, возьми. Вы заметили, как спайк? Ну, спайк уже, слава богу, что хоть сильно не болит, поэтому ну, вопросов нет. О, он прыгал не меньше, чем Муса с Багиры все время. Серьезно. Смотрите, смотрите, толстенький вообще. Спальни. А, у него же задние ноги не держат. Ёб твою хави, представляешь? Малыш мой. Тогда... еще бегаю. И я вам все равно, это не старость, это просто это болезнь его хавает. Потому что Киарка на полтора года младше, но она вообще не скажет, потому что она ослабела. Правильно, после занятия в туалет, ну, вот это правильно. Тут свои ужасно снимает. Ужасно. Тут главное спастись от щенков. Спайку скидывай. Тише, тише, тише. Да вы еще лапочки по сравнению со взрослыми питаниями. Разница прям. Спайк, Яра, Валер. Спайк. Спайк, да? Тише, нас. Умнички. Ну что, отпускаем волков. Пусть побегут. Идите. Молодцы. Молодцы. Ух, сова полетела. Молодцы, молодцы. Вот там, да, мочились. Там, обнюхивается. Лунная такая же лидер. Посмотрите на ее холку, как она просто обнюхивает. Щенков уже вся на взводе. Все метит. Вы представляете, если бы она кобель была. Эй, трава моя, Луна!
Нельзя так делать. Хочу вам показать их на свету. Все обнюхивают, чё, кто, где, сколько. Все им надо изучить. Молодцы. Ну идите сюда, Луна, Яврик. Идите сюда. Иди сюда, Финка. Идите, идите. Ай, молодцы. Ай, красавчик. Ай, че моя. Ай, че моя радость. Ай, че моя. А Лун, Афинка. Афина. Афина. Луна. Оставь траву в покое. Летом будешь так делать. Счастливый. Молодцы, молодцы. Так, ладно, пусть бегает. Афинка, хочешь подойти, ну? Побаивается. Так, ветка упала. Вот эти провода надо что-то решить с ним. Опасно. Так, ага. О, кстати. Так, ладно. Там можешь, да. Умнички. Афиночки. Да ты Афиночка. Афиночка. Ладно, пусть бегает. Все-таки у меня реально холчонка напоминает моего. Тоже был же пушечка такой. Пышечка. Не любил особо заниматься на удочке, там на ветках висеть. А мячик он обожал. Он как танк. Всех сбивал, забирал мяч снизу. Он такой же. Ну, азартно по-любому будет, но, ну, видите, эти более терьерные, более азартные такие. По-моему, эта девочка загуляла. Новый кот пришел, у нас не кушает. Вышел. Девочка одна к нам ходит, загуляла. Смотри, не бояться, пошли нахрен отсюда. Кисечка, это наша девочка. Молодец, кисечка. Я просто курю, я их чуть-чуть погладил. Она как-то ластилась. Да, кисть. Сейчас покормлю, сейчас буду всех кормить. Видите, она ластится. Поэтому мы ее погладим. Ой, тихо, люди. Хотите? Ну все, все. Кис-кис-кис. Молодец, киска. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ребята, вот хотите, словлю, кому-то отправлю. Кто жалеет, любит, а то все комментарии только пишут. Как надо делать. Вот, помогите. Молодец. Молодец. Просто и боюсь, знаете, завтра привыкнешь к нему. Мы боимся оба друг друга еще. Ой, так молодец, молодец. Да ты какая. Друзья, серьезно, пишите. Я ее словить могу. И отправить, стерилизовать. Хотя бы точно. Точно. Да ты моя девочка. Но. Хоть не фыркает, как. Да, молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец. Так посмотрел на меня. Ты что, типа тронул меня? Ай, блин. Ну, опасно в нашем дворе. Ой, оп. Бывает. Волки смотрят. Вот она прыгает, она будет за мной ходить, а там волки. Блин, и сильно я не хочу приучать, но хочется дать тепло, чуть, знаете. Ой, ой. Ой, такая красивая. Такая красивая. Такая красивая. Молодец. Сигаретами пахнут, может, руки еще боюсь. Молодец, молодец, молодец. Ну, молодец, все. Раньше вообще боялась. А мальчик шипит сразу на меня.
Молодец, 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 молодец. Ну да, я тебе тоже хочу погладить. Я тебе тоже хочу погладить. Ой, такая галюсь. Она не привыкла, что ли? Ой, так молодец. Молодец, молодец. Все, умничка. Пойдем, пойдем, кормить будем тебя. Вот так уже. Ну, прям близко подходит. Молодцы. Вот, вот. Кушай, кушай. Ручки помой. Молодцы. Блин, я забоялся, сейчас думаю, вдруг у него лишай. Там что-то непонятное. Ну, не лишай вроде, но опасно. Не хочу, блин, больше трогать. Тошка, домой. Пойдем? Пойдем домой. Все. Мы не забыли Тошку. Все, скажи всем пока, Тош. Скажи всем пока, у меня все хорошо. Мы хлёсти, ребятки. Ай, моя радость. Ай, моя умничка. Ребят, Тошки ищет ручки. Не забывайте. Не забывайте, нас много, он один. Ему надо тоже семью свою найти. Пишите мне, обращайтесь, это чудо. Проблем никому не создаст. И маленький, компактный. Волки хитрые, Тошка гуляет, они молчат, он подходит уже близко к сетке, я крикнул. Он повернулся, они резко начали нападать. Короче, хитрые, завлекают его. Волки коварные существа. Животные. Пойдем, Тошка. Ой, бегает как красиво. Да ты молодец. Скачешь. Так, ладно, все. Осталось только волков мне покормить. Тошек, давай домой. Тошка. А то волки опасные. Иди. Иди. Иди.